Здорово! Ё-моё! Сборная Украины, все стрельки с клуба Украины. Это тебе не Рух, там, не Брест или где там был, Минай. Вот если бы ты вот наш клуб, вот сколько бы ЗП попросил? Слушай, что, на сборах или где мы? Два. Шути с пульсом. А вот здесь врач, если что? Я же не двигаюсь, ты что ходишь? Я умер здесь. Ты что, это барный, это барный? Мини-бар там, братан! Давай, давай, пресс! А Владимир Ильич Блокин сказал бы, а я бы забил. Падай, падай! Просто упасть, зацепиться! И, блядь, сучка была! Всем привет! Вы на канале Миля, да? Очередной видос, очередной выпуск нас ждет. Вот это красава, вот это Смедюк. Сегодня Ромчик немножко меня шторманет, так, слегка. Саву там, короче, скоро всех увидим и увидим пацанов, расскажем, покажем, как это будет. Один день тренировки красавой и в такую-то погоду. Я скажу даже так, сегодня наконец-то тот момент за последнюю неделю, да? Ты раз в неделю одеваешь бутсы. Блин, не раз в неделю, я не одевал бутсы. Сколько? 3 месяца. 3 месяца не одевал бутсы. Я, в принципе, бутсы не одевал вообще, наверное, никогда в жизни. Но посмотрите, какие бутсы шишки. Там все понятно. Кто вообще? Кто есть кто? Класс. Ну, а ты без телек? Ты без телек играешь? Да. Скажи, пожалуйста, почему без телек? Как-то мне когда со стельками, мне какие-то большие кажутся, знаешь, типа бутсы. Ну, со стельками большие? Типа такие огромные, как говнодавы, знаешь, как блинтяга мои. Познакомимся с ребятами, проедемся вместе с ними. Уникальная возможность. Почувствую себя в командочке, очень мощный, серьезный. Да, в очередной раз. Да. И у нас сегодня по плану 15-20 минут активейшн. Спокойно, да, не жестко, только спокойно, пожалуйста. Сём, кстати, не забудь. Ребята, знаешь, что ты так делал вообще? Нет. Это типа сборная Италия, когда выходила все время на игру, Франческо Тотти, главный герой этой страны для меня, он делал все время вот так. На матч? На матч. На игру, типа, и майку, типа, мол, все время так. Серьезно? Да, пахло вообще кошмар. Когда мы играли там в Германии, ну, с ними четвертьфинал получается. И от них пахло, блин, ну, духами просто. Короче, ты бегаешь и не задумаешься над тем, как выиграть, а что за духи, да, у них? Не, ну просто, ну, приятно же пахнуть, ну, это же Италия, я думаю, ну. Ребятки, обязательно, перед каждой тренировкой. Да, это как бы, как ритуал какой-то, наверное. Перед каждым матчем и тренировкой обязательно надо надушиться. Поэтому увидимся. Все должно быть солидным. Ребят, мы сейчас на базе «Зенит», на базе «Красава». Подожди. А у них есть база вообще? Ну, у них как заезд, я так понимаю, гостиница, люди живут, то есть молодежь, знаешь. И это прикольно, что они дают возможность молодым ребятам, то есть как бы условно, ну, как бы находиться, кормят их, ну, как бы заботятся о них. Это же важно. Блин. Это профессиональная команда, так должно быть. Ну да, но это же, не, то есть как бы, тем более «Зенит» назвали, да, гостиница? Все должно быть. Здравствуйте. Мы спустились, ребят, на 5 минут раньше, чем вся команда. В Домбровске, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Часто ты спускаешься? Я всегда так. Ромчик всегда. Я же не Хачик. Это же Хачик все время на час опаздывает. Нет, Хач не опаздывает. Он говорит, что он задерживается. И это всегда не по его вине. Каждую тренировку не по его вине. Не, я пытался вот только... С халатом тогда ошибочка вышла с Бахиной. Не успел переодеться и в халате. Это была задуманная акция или это сейчас случайно? Да нером. Я же нормальный человек. Я же, ну, обычный парень, который, ты знаешь, меня просто опоздал и не успел переодеться и просто прибежал в халате. Ну, честно, так и было. Просто не успел, ну, опоздал и боялся опоздать уже до конца. Кстати, как тебе форма, как красава? Мне очень нравится. Форма топ, и вот я бутсышки вот эти одел, и они вот так вот, галики даже хрустят, слышишь? Это галик? Да, это галик так хрустит у меня.
носочки, знаешь, форма и такие, ну, ностальгия, блин. Ностальгия такая, что невозможно ее забыть до сих пор, поэтому, блин. Видишь, первый сидим, я еще никого не там уже сидим. Да, а... Просто полчаса еще до выезда, а мы уже тут сидим, чтобы почувствовать себя в форме. Мастера, потусить с Жекой Савиным и его футбольным клубом «Красава» очень круто и весело. А если вы хотите экшена, азарта и эмоций, тогда отправляйтесь на сайт моего партнера компании «Фавбет». Линк в закрепленном комментарии. Вместе с «Фавбет» спортивные события переживаешь совсем по-другому, находясь внутри самой игры. Там всегда много крутых акций и специальных предложений. Для зрителей моего YouTube-канала от «Фавбет» специальный бонус. Вводи в личном кабинете промокод «Фавбет» нижнее подчеркивание 50 и получай бонус 50 гривен. Все детали в закрепленном комментарии. Залетай туда и будь внутри игры вместе с «Фавбет». Кожен небезпечний момент перехоплює подих. Коли ти всередині гри. «Фавбет». Защитнички ходят. Сложно играть с центральным защитником, который именно габаритный такой? Да. Или сложнее, которые такие мелкие, но шустренькие? По-разному. Коноваро был мастером. Серхи Рамос. Они чуть разные. Они разные, да. Один такой, один. А с кем сложнее? С Коно. С Коноваро? Да он типа как это. Как подбежал, отошел. И ты не знаешь... И ты вроде хочешь уже упадать, а его уже нет за тобой, да? Вот это типа... И ты типа просто падаешь. А, близко! Команда на Мерседесе, а мы на Ладе Калине сейчас поедем. Тренерами. Мы за отечественный автопром. Лайтово у вас день, да? Нет. Сегодня 40 минут, но интенсиво, интенсиво прям. У нас после Кайрата 2 я дал. Ага. Сейчас один день и все. Так а сборка ж? Ну, как обычно, ну, когда сборка, все же типа, мол, в Дубай летят. Или там еще куда-то. Вот. У нас пока сборную никого, блядь, не зовут. Нет, а понятно, просто что побольше дают, не один день, да? А все, последняя игра, сейчас потом их не собрать. Это же такой момент. Ну, сколько отпуск у вас? Они сейчас же не пьют. Они не то, что не пьют, они не пьют. Пробку понюхали, и все, 4 дня кома, блин. Я говорю, пьют только те, кто 85-го года и старше, блядь. Они пьют и играют, блядь. Все, погнали, погнали, все. Кроссовок. Понял, как настраиваешься на тренировочку? Не, ну так и что? Так а сейчас что? Сейчас так. Раньше... Раньше Джокер лупили. Да не, раньше уже бы сели бы, знаешь, вот так вот, ну, четвером, вот, допустим, один здесь, и в карты на джим. Ну, приехал, ну, типа, играешь, типа, в карты, типа, мол, ну, там, кто проиграл, типа, ну, отжимается там сразу на поле. Да? Пока доехал на тренировку, сварился уже, да? Ну, уже можно 30 отжаться или там 40, если не пойдет, знаешь. Ну, да. Такое. Ты заводился, кстати, в картах сильно? Шпилевой или нет? Ну, такое. Не сыр. А Саня Али? Санчик мог. Заместись. Вот. Да. Пацаны, как живется вам здесь? Нормально. В «Зените». Нормально. Хорошо. Форма красивая, я вижу. Прикольно. Да. Как коллектив, как под. Ну, хороший, да? Как массажист и. Все хорошо, да? Кто самый сейчас сильный в контр? Ну, вообще, в мире. Я так понимаю, если ты играешь, ты, наверное, знаешь. Украинцы, Нави, в смысле. А, наши? Конечно, еще. Наши? Симпл, блядь, да. Наши! Костылев, привет. Больше от мира выиграли, лям. Забрали, вот, пожалуйста. Да, ты что, красавчик. Да, пару дней назад, красавцы, разорвали. Да не всех рвут, блядь, без шансов вообще. Еще очень сильный Киевстонер в контру. Пацаны, как кухня? Ну, вкусно. Замечательно. Да, прикольно, да? В Чехане? Да нет. Извините. Нет, на самом деле, ну, это очень важно.
Я бы... Нас возили... Нас не то, что возили, нас вообще никто не возил. Ну, я не про футбол, да? Нет, я про то, что нас забирал, мы доезжали в свое время в киевском «Динамо» до метро, условно, Видобище, станция метро Видобище, и... То есть там был автобус, и, ну, на автобусе уже нормально, ну как бы, еще более-менее. Но питание как у вас вообще было в команде? Не, по питанию, вообще никаких вопросов, ну там же, ну, эти номера, там, ну, бассейн, солярий. Ну, солярий — это самое главное, надо солярий, бассейн. Солярий, бассейн, солярий. Вы сейчас слышите про «Динамо» Киева говорим? Ну, такое просто, мы немножко сраним, и у нас просто это надо ценить. Вот ребятам всем, которые сейчас молодым, знаешь. Так что, мужики, давайте, дерзайте и за Леонидыча бейтесь. Потому что это, ну, серьезная вещь, на самом деле. Ну, ну, прикольно, на самом деле, что человек вам дает такую, как бы, возможность. Как тебе форма это идет, а? Здорово! Ё-моё! Пацаны, как ему идет? Как ему идет батарея? Вот это у нас усиление сегодня, вообще чума. Вот так вот будем работать. Ребят, чтобы вы понимали, если Миля будет у нас в команде, у нас не только самые топовые трансляции будут, но еще на Матч ТВ начнут показывать, кандалаки пробьет. Да ладно. Ну что, пойдем? Блин, братан! Можно форму с собой забрать, батьки? Передать. Я думаю, блядь, не проблема, вообще решение. Не проблема? Так, а что у нас? Че? Да не, я просто смотрю, какой костюм у нас. Надо узнать, у нас эти же просмотровые. У нас просмотровый костюм. Так я что посмотрю. Так ты на просмотре, на каком? Смотри, какая подготовочка серьезная. Стерная нам ФРчик, я ничего себе не красил. А как я хотел, бля? Ты что думал у нас? Ты думаешь, у нас что, блядь? Я в шоке. Я в шоке. Владимир, ты видел, мы усилились. Да, здравствуй. Он везде сильный. Ну что ты не заходишь, иди. Чего ты стесняешься? А, маньяк не приедет. Здравствуйте. Блин, я не могу. Еще раз. Еще раз. Киев, сборная Украины, все стрельцы с клуба Украины. Это все к Миле. Миля, блин, ты готов? Нет. Так. Это тебе не Рух, там, не Брест или где там был, блин, Минай. Нет, братан, слушай. Здесь все серьезно. Честно, уровень, класс, я не знаю, экипировка. Вроде нормально сидит. В общем, желаю всем. Что типа забрали уже? Что у вас из клуба? Что это что-то забрали? Принесли бы. Кстати, послушался, потому что она такая, свободненькая на тебя. Так ты размерчик просто дали, 2XL. Беля, ты знаешь, с кем мы сегодня рубиться будем? С кем? По удару. С сыном моим. Серьезно? И с нашим главным форвардом. А ты готов вообще? Мастерство не пропьешь, аж твоя поговорка, ты же придумал. Не будешь? Ладно, мужики, давайте увидимся. Все ждут тебя, надо... Не, пацаны, да пусть выходят, я отчет. Ты видишь, блядь, уже со встречи еду. Пока вы там, блядь, ты уже свеженький? На такси, потому что ключи я нашел? Не, ключи есть, я на машине. Я вижу, ты свеженький, уже жена приехала. Конечно, я всюду. Урод, блядь. Соседи до сих пор, блядь, жалуются, блядь, на тебя. Мы будем бить поворот. Против Кондрата и Чики. Брозер. Первый раз и последний, скажу, в этой команде. Первый. Надо договорняк скатать. Первый раз и последний, говорю. Понял? Брат, ЗП не будет договорен. Я такие вещи не делал 3 месяца. Мы готовы, Владимир. Сейчас только разминку проведем. На бутсе. Не. Чё так? Здесь что написано? Миля. Ютуб. А, Ютуб у тебя? Кто тебе такие подарил? А чё мне такие не дарят? Я ни хрена не помню. У тебя, блядь, 100 тысяч подписчиков, у меня лям 100, бля. У меня бутс нет. Вай, молодец уже. Похвалил себя. Миля, ну вот давай вот на чеснок. Пошли, смотри, на чеснок. Первые переговоры в раздевалке, блин, за историю клуба. Миля, вот если бы ты вот наш клуб, вот сколько бы ЗП попросил? Ты хуя. Самый быстрый переговор. Все, мы только за идею людей берем.
Блядь, не, мы просто... Ленька, пробежечка. И мы там где-то возьмем дня на час, два, буквально. Мы сделаем старт динамику, чуть распрыжечку. Фиксации, почувствуем тело и что их другой. Работаем раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть. И назад так же. Так же? Раз, два. Смотри. Шаг, разворот. Верхняя точка, небольшая пауза. Прыжок, фиксация. Прыжок, фиксация. Прыжок, да. Еще прыжок. Прыжок, фиксация. Прыжок, фиксация. Что за тренировки? Ребят, дальше работаем. Раз. Вернулись. Что, я что, на сборах или где мы? Два. Да ты что, по три прыжка делаешь? Да. Какие сборы? Ты тренировался когда-то? Раз. Ты обратно. Два. Трясется, думаю, мили усилились. Одной прыгаем, на две приземляемся. Делаем. Я не знаю, но ты думаешь, ты работай, работай. Одно прыгаем. Да, три раза правый прыгаем. В одной, я на другом. Да. Что такое? Смотрим, очко дал. Ебать. Ребятки, ёлки-палки. Как вы хотите на подальше, Пашка, обыграть? А что болевенько? А угорор! А тут левенько. Хорош, ребят, еще два. Четыре прыжка, ставим прочно. Сели. У меня уже задние болят. Четыре раза. Ладно. Подожди, давай. Руку. Я отписался в это вообще. Это капец. Пришел бы, как обычно, вот там. Я обычно вот там стою. Так там кофе есть. Беру кофе в автомате, беру ММДНС. Встаю. Что тебе с пульсом? Я тебе говорю. А у вас есть врач, если что? Ну, есть, конечно, у нас, блядь. Мы без врача бы лицензирование не прошли. Да, вниз, там вверх, да. Ну давай, вверх, там вверх, блядь. Ну, ты пал. Здесь я ору. Ну, ты это, конечно, лентяй. Выше. Еще три. Три, выше. Таких три, все. Хорош. Пошел ты нахуй. Да, пошли кофе пить. Вот это вот явно показывает вам, футболистам, как не нужно делать. Понимаете? Пошел, Миля. Раз, два. Миля халяга, да? Да я не знаю, что мы теряем. Не, вот ты знаешь, что меньше бегает, ты понял? Вот это тип, конечно. Что, все? Даня, еще раз. Раз. Не, зачем это? Хорошо. Я физитер кубу. Есть. Вот так. Я же не выйду. Ты что ходишь? Я умер здесь. Что, на барной? На барной? Миля, на барной в другой стороне. Мини-бар там, братан! Принял, дал я. Да. Хорош, Миля. Кто дает не точно, тот делает три отжимания. Хорошо, левенько давай. Это мне тяжело, брат. Опа, пошел. Три. Ты видел, он в воздухе отжимается, блядь. Это еще. Хорошо, и головой. Хорош. Давай. Да не, ну это связка, бля, конечно, может рвать. Давай, позавтра. Все, хорошо, давай. Так, еще. Это на? Сына. Так, Миля, я сыном, да. Ты под нами. Голубенький. Тёма только что в подкате подстелился, чуть колено там не оставил. Ну, Тёмыч, как? Тяжело? Ну, наше время ушло, эпоха заканчивается, поэтому сейчас новое поколение молодое. Так что это нормально, и этого не надо стесняться. Главное, говном не оставаться. Вот, знаешь, вот это такие слова, знаешь, золотые, братан. Угу. Понимаешь? Это правильно. Виноват! А?
дальний, открывай! Стор! Стор! 4-3! Да! Миля, ну мы выиграли. Мы выиграли профессионалов, Миля. Тёма, Сал. А мы еще их продать хотим, Миля. И вот как сейчас день проводить, а? Если футболистов какие-то старые два. Больницы. Больницы. Это уже не футболист, Миля, какая баня. Было круто. Необычно красиво Ромчик нам помог. До сих пор дышал. Самое главное, что... Отдышал. Ну, ты что забил? Под кирички, а? Что, Тёма, кайфанул? И всё? Братан, я только отдышался. Да? А мы ехали 40 минут сюда обратно. Я только отдышался, честно. Такое, знаешь, состояние души непонятно, значит, то вроде как недосказанность какая-то есть, знаешь. Блин, и такое, и как и в бутах удобно, и как бы нормально себя чувствовал. Не так, как раньше, конечно. А так, ой, блин, старик уже стал, старик, старичок. Слушай, ну кайфово. Я сам кайфнул, было очень круто. Такое ощущение, как будто мы дня два это снимаем уже, а не... Они тут 3 часа, да, очень насыщенно. Подписывайтесь на наши видео, на канал Миля, на Ромчика, Инстаграм, на Савин, кто хочет, кто не хочет, в общем. Кто не хочет, не подписывайтесь на Савина. На нас подписывайтесь, да, вот, и поэтому ставьте лайки, колокольчики. Непривычно одевать бутсы, которые не одевал 4 месяца, так что такой... легкий осадок. Ну ничего, ждите видео. Ромчик, спасибо тебе. Ребят, спасибо вам, да, за внимание. Тём, спасибо тебе большое тоже. Ну, тебе за... спасибо, ты хоть сегодня такую легкую сделал. Ну легкая идет, говорю, что тут приводы, братан, это от чего? Это от какого движения? Всем привет всем любителям true футбола. Мы сегодня здесь, в пабе «Новая арена». Будем болеть за ФК «Красава», потому что сегодня финальный матч года. Этого года, конечно, да. Так, а мне можно говорить? Конечно. Ребятки, можно. Всем салют, спасибо, что подключились к трансляции. У нас ровно час до игры. Супер важная игра. Играем с первого места, мы на третьем. Нужна только победа, правильно, конечно, парни? Конечно. Ну что, почему я сегодня в халате? Не потому что я на 100% уверен в победе, уверен я на 99%, да? Но у нас сегодня специальный гость. Фамилию все знают. Мы 5 лет назад, когда студию вели культуру, мы подарили Миле халат. Он приходил к нам в студию. И вот прошло 5 лет, халат на мне, Миля его так и не забрал. Поэтому сегодня у нас есть хорошая возможность нашему гостю вернуть подарок. Ну что, погнали? Матч проходит в Лужниках, а мы сегодня в пабе «Новая арена». Я твой друг, просто скажи уровень футбольного клуба «Красава». Надо добавлять.
Надо добавлять. Будем работать, Миля. Мы поэтому на третьем месте, но мы стремимся на первое. Мы сейчас посмотрим, кто такое первое место. Интересно. Так что надо добавлять, Сал. Добавляйте и во всем, в агрессии. Сегодня матч Тверь и Красава очень схожи в том, что молодые команды, играющие в футбол, они на первом месте, мы на третьем месте. На самом деле очень интересный матч, прям интересный матч. Нам важны эти три очка, потому что мы выходим в весну с очками, которые с первыми шестью командой, поэтому нам сегодня надо хлопнуть их. Ну все, но да. Интересный футбол будет, интересный. Да, ну хорошо, мы именно футбол на поле. Будет интересный. Жека, спокойно. А, спокойно, да, Жек, нормально, все будет нормально. Мы сидели в баре, приехали на игру. Честно, вообще переживает. Я не знаю, как за своих родителей и за жену. Поэтому, блин, работаем и желаем результата. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Миля. Слава, все нормально, все нормально. Да, нормально, когда забьем, тогда нормально. Правильно, Слава? Работаем и ждем. Три очка. Улыбаемся и пашем. У нас любимый слоган. Улыбаемся и пашем. Давай, давай. Что там, сломался? Следим. Да пока, блин. Ну, видишь, у нас напада нет альтернативы. У нас опорник для нападения вышел. А есть один 36-летний. Давай, давай, пресс! Беги, Жека, беги! Жека, дави его, дави! Без пола, Жек, без пола! Оп, эй! Эй! Ребят, давайте! Владимир Ильич Блохин сказал бы, а я бы забил. Сюда, Улочка! Просто щекой и все, не надо с подъема сильно. Щекой! На себя! Так что ты свистишь? Клоун. Жопа его, покажи! Когда-то в Лужниках мы играли со Спартаком давным-давно. Только не на этом поле, а немножко, наверное. А, вот там, да. Не все любят. Здорово, Андрюх, руководи всеми, руководи! Вспоминать эту игру, но я очень люблю. Так как мы Спартак разбили 4-1 и в Киеве потом разбили 4-1. Поэтому такое символическое для меня место в Москве здесь. Так что болеем за Саву как можем. Приехали, поддерживаем. Дай бог забили, осталось на минут 12 с добавленным. Поэтому, Жека, давайте. Что, 0-0? Я очень переживал, я не знаю. Я давно так не переживал, потому что это мой друг, Жека Красава. И реально все хотели, чтобы они выиграли в последней игре, лично я. Вот, поэтому что? Ну, боевая ничья, главное, не проиграли. Жека, готовь поляну, ты знаешь какую. Это раз. Два. Было прикольно просто посмотреть на поле, как он, ну, даже пахнет. 0-0. Очки потеряны, но не самое страшное. Поэтому, Джексон, тебе удачи, твоей команде. Набирайся опыта. Едьте на сборы зимой.
Ну и подписывайтесь на мой канал Миля. Ставьте лайки, колокольчики. Дальше будет интересно. И честно, я очень рад приглашению. Поэтому спасибо, Джексон. Увидимся зимой в Турции. Ты знаешь, где на креветках? Пока!